Итак, нахожусь я в черкесском ресторане «Нальчик» в деревне Рехания. И должен вам сказать, что вот это вот чечевичное блюдо, которое называется меджмек, не так-то просто это есть. Оно такое абсолютно вегетарианское. Мяса тут нет, но там столько, оно такое белковое, елки-палки, что надо усилия прикладывать. Сейчас буду стараться изо всех сил. Буду прикладывать все возможные усилия, чтобы это все съесть вместе с питами и салатиком. Вот, еще есть и есть тут. Да, это тебе не котлетки. Да-да-да. Так, ну, нельзя останавливаться на достигнутом. Надо продолжать работать и работать. Так, удачи мне в этом нелегком деле. Продолжим.